течение всего дня на полях хозяйства Кутлушкина, Закамья Агро и Трансагро не умолкала сельскохозяйственная техника. Здесь состоялся настоящий парад комбайнов с демонстрацией возможностей и показом полной боевой готовности к уборочным работам. Представители Министерства сельского хозяйства и руководства муниципального района осмотрели каждый комбайн, оценили техническое состояние каждого агрегата. Готовность комбайнов, нам кажется, даже лучше, чем в прошлом году. То есть динамика, она положительная есть. От Трансагро подготовка, Закамья Агро, Кутлушкина. Комбайнеры подошли серьезно, подготовились. Техника вся исправна, вот она вся в поле уже работает. В ряде хозяйств уже активно стартовали уборочные работы. Они должны пройти качественно и без потерь. Это главная задача сельхозпроизводителей. Ведь прогнозы в целом по республике к этому обязывают. Средний урожай, пока убираем озимую пшеницу, средний урожай по республике 34 центнера. Конечно, год от прошлого года существенно отличается целыми по Российской Федерации. В прошлый год Россия имела 135 миллионов тонн валового сбора зерна. И в этом году, по прогнозам, около 100 миллионов. То есть существенное снижение урожайности, такая же как бы динамика или тенденция и по Татарстану. В процессе парада техники было объявлено о дополнительном материальном стимулировании комбайнеров. Как и все предыдущие годы, по итогам уборочных работ самые успешные станут обладателями специальных денежных премий. В прошлом году вы получали сертификаты, деньги все получили, обналичили сертификат, все нормально. Вот, то есть. И также объявлен конкурс на первые три места по району. Первые 15 тысяч рублей комбайнеры получают. Второй 10 и третий 5 тысяч. Это уже по целому, по итогам уборочной.